Короче, почти как в рыбалке. Вот я руками не держу. Точнее, когда я держу, еще лучше получается. Но сейчас вот, чтобы было видно. То есть краб начинает палочку кусать, и мы слышим, что он там есть живой. Только здесь проблематично будет его вытянуть, потому что норка завалилась. Опа! Он клешнями захватывает, клешнями, короче, это как угрозу, кусается. Слышно, скрежет на палочке. Только надо будет петлю по-другому как-то придумать, потому что с этой петлей, блин, не получится. Короче, сейчас я пытаюсь его тянуть наружу, он сопротивляется. Или не пролазит в это отверстие маленькое, не знаю. Ничего не видно. Надо срочно видеокамеру маленькую, стетоскоп. Так, отпустил. Это плохо. Сейчас он пытается углубиться туда, внутрь, потому что палочка начинает легонечко проваливаться. То есть длина тоннеля увеличивается. Так, ну если я его вытяну, конечно, это будет номер. Остаюсь на ПМЖ. Ха. Ну, короче, я его зацепил, но вытянуть не получается. Если бы была сейчас лопата, можно было раскопать. Руками не хватает помощника телефон держать. Вот реально сейчас он запутался в леске. Но если потяну, оборву ему что-то, клешню или лапу. Хотя этого добра тут хватает, на одного больше, на одного меньше. Будет прикольно, если там не краб, а нечто страшное. Я не знаю, крокодил вряд ли в таких дырочке будет жить, но какая-то змея запросто. Ну, короче, за один раз он сантиметров 6-7. Ну, короче, будем его, короче, как на рыбалке выдергивать. То есть мы его подцепили, закрепили и теперь выматываем. И он нам постепенно проковыривает тоннельчик, который обрушился. Там у этого крабика, наверное, вся жизнь перед глазами пробежала уже. Его не знают, как избавиться. Если честно, я уже сам подустал. Табуреточки-то нету. Но в следующий раз обязательно возьму. Фух.